Приветствую всех на своем канале. Сегодня у меня будет обзор оформления второго альбома группы Nirvana Nevermind, выпущенного в 1991 году. В свое время этот альбом произвел настоящую революцию в рок-музыке, создав и задав новое направление. И этот альбом уже впоследствии став культовым, считается одним из самых лучших рок-альбомов всех времен. У меня это диск немецкого производства. Альбом этот состоит из 12 песен. Также есть одна скрытая песня на треке номер 12 «Something in the Way». Диск имеет вот такую вот накатку в виде такой ряби на воде и волнистость названия альбома. Даже видно. Made in Germany. Буклет здесь представлен раскладкой на 8 страниц. Значит, внутренняя часть черно-белая. Здесь мы видим список песен. И вот такой вот коллаж из различных отрезков из песен этого альбома. То есть по нескольку строк. Волнистостью такой сделано. На этой стороне цветная фотография, состав группы, информация о создании альбома. И на последней странице вот такая вот цветная фотография. Что самое интересное, диск этот попал мне уже не новый, и его буклет, судя по волнистости, поврежден влагой, что, в общем-то говоря, не так уж страшно, поскольку само оформление альбома выглядит так, будто оно находится где-то под водой, имея вот такую волнистость названия в том же коллаже. Этот альбом также издавался у нас на Украине, Ukrainian Records. Был он вообще очень сильно упрощен, то есть была четырехстраничная вкладка только с обложкой альбома и вот этой фотографией. Внутри была реклама каких-то компакт-дисков. Если брать версию от Universal Music Россия, то там уже чуть получше было. Там внутри уже была вот эта фотография, в общем-то говоря. Вот эта информативная часть. Ну а внутренней части там не было, только на вот этом вот фирменном диске. Вот такой вот альбом группы Nirvana. Всем спасибо за внимание. Ждите следующих обзоров. До новых встреч. Пока.